С сегодняшнего дня бензин в Магадане снова подорожал. АИ-92 теперь стоит 54 рубля 60 копеек, АИ-95 уже 57 рублей за литр. Как сообщили вечернему Магадану предприятие «Колыманнефтепродукт», цена была поднята вынужденно в связи с ростом цен на топливо на оптовом рынке. Магаданские предприятия не являются производителем топлива, не имеют собственных нефтяных скважин и вынуждены закупать бензин и солярку по рыночным ценам, которые регулярно ползут вверх. Из-за этого растет и розничная цена на топливо в Магадане. При этом торговая надбавка, разница между закупочной оптовой ценой и розничной стоимостью, регулируется государством и контролируется прокуратурой, антимонопольной службой и многими другими надзорными инстанциями. Со слов представителей «Колыманнефтепродукт», Магаданская область – единственный в России регион с государственным регулированием ценообразования на топливо. Чтобы узнать, как относится повышение цены на бензин на магаданских водителей, съемочная группа вечернего Магадана выехала на одну из заправочных станций областного центра и обратилась к автолюбителям с вопросом: «Станете ли вы теперь экономить и меньше ездить?» Нет, не буду. Да, слышал. Меньше ездить никак не могу. Надо же поработать. Туда-сюда, с друзьями. Нет, конечно. Ну, заметили сегодня, мне вот сегодня скинули, как бы недоволен этим. Но меньше ездить не стану. Так-так на малолитражке езжу. Нет, не будем, потому что, ну, не получится меньше ездить. По надобности-то буду ездить. Экономить.